Тарасов, я родился в городе Москва, 99-го года рождения. Абасов, Юсиф, что вы собираетесь делать с выигранной пищей? Я? Ничего. Отдать папе или маме. Отдать папе или маме? Да. Шикарный ответ. А когда вы выходите к столу, что вы чувствуете? Выиграть, ну, как вы мотивируете себя на победу? То, что я должен победить. Если второе место, то я неудачник. Меня зовут Скворцов Алексей Сергеевич. Я родился в 2000 году в Москве. Для чего вы занимаетесь армрестлингом? Для того, чтобы побеждать. Побеждать? Быть сильным и побеждать? Да. А что ты сделаешь с выигранной пищей на этих соревнованиях? И как ты собираешься их выиграть? С тысячей я потрачу в Макдональдс или куда-нибудь другое место. Отмечу победу. Медкомиссию прошел. Всем здорово! Я Базбу Кирилл Русланович, родился 1999 года. Закончил? Кончил. Сколько лет занимаешься армрестлингом? Будет там годик или пару месяцев? Нет, пару месяцев. Будет? Да. Как собираешься выигрывать? Что сделаешь с тысячей? Ну, просто выиграю, а с тысячей положу в копилку. Продолжать будешь заниматься? Да. Даже не выиграешь? Да. Ну, молодец, он кончил. Я Коптев Иван, родился 2000 года, прожила в городе Москве. В каком клубе ты занимаешься армрестлингом? Олимпия 950. Что ты собираешься, ну, как ты собираешься выигрывать на этих соревнованиях? Ну, еще как получится, да? Собираешься ли ты вообще выигрывать? Да, собираюсь. Я за этим пришел. За этим пришел? А что ты собираешься делать с выигрывать пищей? Сходить со Скворцовым, ответить. Медкомиссию прошел. Здравствуйте, меня зовут Александр Сергеевич Бучков. Родился в городе Калач. Проживаю в данный момент в Москве. Год рождения? 1999 год. Как ты собираешься потратить тысячу, если выиграешь? Да шлюху закажу. За тысячу? За тысячу? Ну, там добавлю. Пару тысяч, да? Да. На самом деле, это офигенный ответ. Ну, здорово, чё? Ну, я кончил, чё. Гигант. 24 декабря 2012 года. Второй турнир по армрестлингу «Ватные лапшонки» от Радного. Объявляется открытым. Вот наши спортсмены. Кисть, кисть. Оу! Покажи Мицуку. Хорош, хорош. Кисть, кисть. Ну, имеется в виду. Вот так вот, короче, да? И потом опять сюда. Сними, как у меня локоть болит. О! Да ладно. О! Я видел, как он готов. О! О! В крюк давай, Данил. Закрути. Крюк. О! Закрути. Тащи на себя. Тащи на себя, чё ты? Анди Лёня Прокопа выиграл. И кисть. Подкручивай. Го!
Стоп! Вина! Гоу! Вина! Только дерни его резко! Гоу! Кисть, кисть! Гоу! Вина! Все! Еще! За первое место! Гоу! У батарейки греется. Суперчемпион Базба Кирилл готовится к супербою на связках. Да, и еще. А еще если бы подтягиваться не умеет. Мой тач смайл. Я Базба Ю. Базба. Талисманчик. Финал, да? Да. Супер матч 2012 года. Аббасов Юсиф и разумно. Кирилл Базба. Еще больше разумно. Срыв делай, Кирик. Какое первое ощущение было? Юсиф, скажи что-нибудь на камеру. Скажи, что ты крут. Скажи, что ты его парень. Не мешайте, отошли от стола. Все, кто что сказал? Все, отойдите. Развернуть обратно. Кисть выпрямить. Выпрямить кисть. Еще выпрямить кисть. Кисть. Еще кисть. Сейчас будет движение. Выпрямляй кисть. Сильнее руку напрягай. Стоп, 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 стоп. Видно? У-ху! Это полуфинал, короче. Нет, это за выход. Кто за... проиграл в полуфинале, кто выиграл. Короче, за выход в финал. Сынки. Стоп! Не, ну это опасно было. Все, эти ко мне. Ирик! Да! Оу! 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 Красавчик. Стоп! Пересекло линию. Вина. О, вина. Суперфинал! Юсиф, красавик! Это давай, давай, не дай его! Давай! Давай! Юсиф, сними его! Задними его! Ну, он же сам сам. Второй, давай рви его. Давай, Юсиф! Давай, давай. Юсиф, твою мать! Да. Ты что, Бася поборол? Записывай. Го! Не было. Вин, вин, вин. Го! Го! Это второе место. Потом еще разок, браток, сначала Брусья, потом на турничок, я не гуляю.